Так, я с удовольствием наблюдаю совершенно потрясающую тягу к эволюционным знаниям, именно к микроэволюционным знаниям. Так, доктор Марков уже про макроэволюцию рассказывал, да? И вы сильно просветились? Вы все поняли про макроэволюцию? А макроэволюция и проще, потому что всем понятно, зачем нужна макроэволюция. Такой наивный взгляд на эволюционный процесс, это как там, из обезьяны или из маленького червячка, или даже из одноклеточной какой-нибудь гадости получается человек. Как происходят такие глубокие и могучие эволюционные изменения. Вот. И ясно, что это интересно, и в каком смысле это самое интересное. А микроэволюция – это вещь такая гораздо более, можно сказать, неинтуитивная. Но неинтуитивная в том смысле, что нужно 10 минут подумать, прежде чем понять, зачем вообще микроэволюция нужна. И я с этого хочу начать, прежде чем мы будем заниматься всякой, значит, микроэволюционной заумью, начать с того, вообще, какая здесь мотивировка, чтобы рассматривать микроэволюцию как отдельное явление, так сказать, как отдельный аспект эволюционного процесса в целом. И, наверное, лучше всего начать от противного. Давайте представим себе ситуацию, в которой микроэволюция не нужна. Представим себе не в том смысле, что такое бывает, но, так сказать, вот если бы мы были бы Господом Богом и могли бы там сильно поменять правила игры, то можно себе представить, что макроэволюция есть, а микроэволюции вообще просто нет. Можете представить себе, так сказать, вот жизнь, эволюционирующую таким образом, что вся вторая часть курса микроэволюционной вообще никому не нужна? Что для этого нужно? Вот у меня тут нарисован лохнесский монстр. Почему история про лохнесского монстра – это неправда? Кто-нибудь может мне объяснить? Можно себе представить, что шотландцы настолько тупые, что они проглядели одного монстра в озере. Но представить себе, что они проглядели 10 тысяч монстров, уже трудно. А один монстр в озере жить не может, потому что он не может микроэволюционировать. Точнее, может микроэволюционировать, но он будет микроэволюционировать, накапливая вредные мутации, и, значит, скоро он помрет. В смысле, его праправнук помрет. Вот. Так, а можно себе представить ситуацию, в которой макроэволюция могла бы происходить в озере, в котором в каждый данный момент живет ровно один монстр? Был такой дедушка Ламарк, который ровно так себе эволюцию представлял. Я сочинение Ламарка не читал и не ручаюсь за то, что, так сказать, вот эта карикатура на взгляды самого Ламарка верна. Но то, что сейчас называют ламаркизмом. Как устроен ламаркизм и почему линия в каждый данный момент, состоящая ровно из одного одинокого монстра в большом холодном озере, могла бы по Ламарку эволюционировать. Да, этот, представим себе, что монстр, он должен куда-то тянуться шеей за рыбой. И он, значит, вот тянется, и, соответственно, ему хочется, чтобы его не детям, а единственному его потомку было бы жить лучше, и он потомку передает вытянутую шею. Вот. То есть, если бы приобретенные признаки наследовались, или, выражаясь, так сказать, генетическим языком, давайте считать, что
в ДНК и в геном мы верим, если бы мутации происходили в том направлении, в котором увеличивается приспособленность, ну, в основном, по крайней мере, то тогда прекрасно могла бы жить и эволюционировать линия, которая в каждый данный момент состоит ровно из одного монстра. А, значит, вот он сидит, там он, что он там делает, шею он вытягивает, плавниками он машет и глазками смотрит. И, соответственно, значит, у его потомка единственного шея будет там подлиннее, глаза по это самое, по острее и башка поумнее. И, соответственно, этот монстр будет счастливо эволюционировать. Вот. То есть, если бы, выражаясь современным языком, мутационный процесс в основном менял бы генотип, так сказать, в желательном направлении, в желательном смысле улучшая его, так сказать, способность жить и функционировать, то никакой микроэволюции было бы не нужно. Потому что микроэволюция – это процессы, происходящие внутри популяции. А популяция, мы сейчас будем долго и сладострастно обсуждать вопрос, что же такое популяция, но в первом приближении популяция – это когда много. И если в каждый данный момент сидит только один монстр, то это никакая не популяция и никакая микроэволюция нам не нужна. Вот. И единственная проблема с этой идиллической ламаркистской картиной заключается в том, что такого не бывает либо совсем никогда, либо почти никогда. Где-то с регулярностью раз в 10 лет появляется какой-нибудь молекулярный биолог и начинает кричать, что он нашел ситуацию, когда генетика меняется, когда мутации происходят адекватным образом. То есть не абы как, а так, чтобы стало лучше. И, может быть, такое иногда бывает. Ну вот, знаменитая теперь система бактериального иммунитета, когда бактерия вставляет в свой геном кусок ДНК обидчика и потом, значит, инструктирует свою эту самую эндонуклеазу, которая смотрит на этот, значит, вставленный кусок ДНК, и если видит такую же ДНК приплывшую, она ее раскусывает. Значит, вот такая полезная мутация, происходящая за счет информации, полученной из окружающей среды. Но это все чушь собачья, в том смысле, что если такое бывает, то, видимо, в виде, так сказать, курьезов. Вот. А обычно мутации происходят, как это случайно, не в том смысле, что все мутации, естественно, происходят с одинаковыми частотами, но в том смысле, что когда происходит мутация, она понятия не имеет о том, лучше от этого станет или хуже. Ну и, скорее всего, станет хуже, потому что если случайно взять там автомобиль и стукнуть по нему молотком, то, скорее всего, станет хуже. Вот. И поэтому, если предоставить этого монстра самому себе, то есть вот он живет, потом он откладывает яйцо и помирает, из яйца, значит, вылупляется новый монстр, то эта популяция очень, ну, не популяция, эволюционирующая линия, в каждый данный момент представленная одной особью, очень быстро загнется просто от накопления вредных мутаций. Есть такое понятие минимальный жизнеспособный размер популяции, ну и ученые спорят, он равен 1000 или 10 000. Но там даже 100 – это явно мало. Она загнется из-за неэффективного отбора против вредных мутаций. Вот. И поэтому по-настоящему жизнь устроена вот таким вот образом, когда, значит, очень много всяких тварей одновременно живут. Вот. И теперь, значит, я после всего этого трёпа готов дать определение микроэволюции. Ну, насколько вообще в биологии определение имеет смысл, микроэволюция – это эволюционный процесс на уровне популяции. Вот. И важны они, и принципиально важны, и, так сказать, необходимы для понимания эволюции только потому, что у нас эволюция дарвиновская, а не ламарковская. То есть мутации происходят абы как, а дальше нужен естественный отбор для того, чтобы решить, кто будет помирать, а кто будет жить. И, соответственно, эволюция происходит за счет мутаций плюс отбора, а не просто за счет
таких вот, значит, хороших осмысленных мутаций. Вот. Значит, это все замечательно, но я все равно жульничал и понятие популяция не определил. И теперь давайте я определю понятие популяция. И это тоже будет долго и занудно. Значит, я вам рассказываю то, что обычно вообще пропускают. Считают, ну все знают, что такое популяция. Ну, дайте мне определение популяции. Что такое популяция? Ну, это когда много похожих. Вот все мы сидящие в этой комнате, если бы особенно закрыть дверь и заставить нас здесь размножаться, никуда не выходить, то мы бы образовали одну популяцию. Вот. И это, в общем, правда, но здесь есть один минус. Минус заключается в том, что рассматривают популяцию половых организмов, которые, значит, между собой скрещиваются. А половое размножение – это вещь, ну, в каком-то смысле вредная, по крайней мере, в теоретическом понимании вредная, потому что половое размножение не нужно для дарвиновской эволюции. Для дарвиновской эволюции нужны мутации и отбор, а половое размножение не нужно. И поэтому давайте мы решим более фундаментальную задачу, а именно поймем, что такое популяция бесполых тварей. Вот представим себе, что твари у нас бесполые, никакого полового размножения нету, никто никакими генами не обменивается, когда тварь хочет размножаться, она откладывает яйца. Вот это наш любимый экспериментальный объект, делоидная коловраток Одинета Вага. Все знают про коловраток и про делоидных, да? Есть коловратки моногонантные, которые все лето размножаются бесполым путем, а осенью у них появляются самцы, и они откладывают половые яйца нормальные, которые перезимовывают. А есть целая большая группа, класс коловратки Делоидеа, пиявковидные, у которых никто никогда никаких самцов не видел. И, судя по всему, они действительно половое размножение полностью потеряли. Оно у них было. Геном делоидной коловратки был некое время назад секвенирован и проанализирован с неким нашим участием. И видно, что у нее есть геном мамы и папы, но геном ее мамы и геном ее папы отличаются ужасно сильно. То есть она была нормальная диплоидная тварь, но примерно это выглядит как порядка 100 миллионов лет назад, она половое размножение полностью потеряла. И если сейчас ее совершенно перекореженные в разные стороны хромосомными перестройками мамин и папин геномы захотят в мейозе устроить крессинговую, то там просто все к чертям собачьим сломается, никаких хороших гамет не получится. Так что, по всей видимости, это настоящая бесполая тварь. И вот давайте зададимся вопросом, а что такое популяция бесполых тварей? Вот делоидные коловратки, они замечательные твари, я их очень люблю, и сейчас в нашей лаборатории Оля Вахаржева пытается вывести 10 клонов бесполых делоидных коловраток. У нее уже 6 есть, и, наверное, скоро будет 10. Всех их секвенировать и изучить эволюцию по-настоящему бесполой популяции. Вот. Значит, что такое популяция бесполых организмов? Половых, понятно, которые все между собой скрещиваются, но это некое жульничество. Давайте разберемся с бесполыми. Наверное, лучший способ ответить на вопрос, что такое популяция бесполых организмов, это от противного. Действительно, вот у меня там в мху живет ужасное немеренное количество, даже страшно подумать, сколько там в лесу в мху сидит этих белойных коловраток. Ну, какие-то там, трудно сказать, но ясно, что не миллионы, но миллиарды, сколько их, 10 в 9, тоже как-то маловато. А сколько? В 12, а может, в 18, хрен его знает. Я как-то никогда не представлял себе. Но я там, в общем, ясно, что очень много. Ну, будем говорить 10-15. И почему, собственно, я не могу каждую такую белоидную коловратку рассматривать по отдельности? Зачем я должен говорить о популяции белоидных коловраток?
Если я на этот вопрос умею ответить, я могу, умею ответить на вопрос о том, что такое популяция. Во. И вот здесь вот представлена картинка такая, что если бы жизнь была устроена таким образом, то мне действительно не нужно было бы думать ни о каких популяциях, достаточно было бы думать об отдельных линиях. Здесь что нарисовано? Это у меня ось времени. Тут есть ужасная проблема. В эволюционной биологии есть одна ужасная неразрешенная проблема. Очень жаль, что креационисты о ней до сих пор не знают, потому что если бы они знали, они бы прицепились. Проблема такая. Куда растет ось времени? Вверх или вниз? А в макроэволюции вам доктор Марков рисовал всякие филогенетические деревья и так далее. Там ось времени всегда растет вверх. Правильно? Почему? Потому что в стратиграфии слои, они чем ниже, тем он древнее. Соответственно, традиционно мы представляем себе время, растущее вверх. А в микроэволюционных науках традиционно ось времени растет вниз. Почему? Потому что дедушка Мендель, когда нарисовал схему своих скрещиваний, у него было родительское поколение F1 и F2, и у него ось времени росла вниз. И это совершенно ужасно. А я сколько лет преподаю эту науку, я так от этой шизофрении не избавился. И я в результате волевым решением все делаю как макроэволюция. То есть у меня время всегда будет расти вверх. Можно было, конечно, его пустить по диагонали или горизонтально, но это же совсем издевательство. Вот. Но на самом деле, там, когда люди строят филогенетические деревья, время растет вверх, а когда люди строят коалисцентные истории, что на самом деле в точности то же самое, то время растет вниз. Это ужасная проблема в эволюционной биологии. Значит, вот время у нас будет расти вверх, а вам просто ради любопытства, вам доктор Марков рассказывал про Николая Стена, который открыл, открыл законы стратиграфии, принципы Стена. Фамилию Стена он упоминал? Упоминал, да? Ну, замечательно. Вот. Просто в 21 веке трудно себе представить, насколько великим открытием было то, что если у меня есть много слоев в осадочных породах, то те слои, которые выше, были отложены позже. Это первый принцип Стена, 17 век. Вот, хорошо. Значит, вот это у меня настоящее время. Вот эти вот точки, это у меня ныне живущие коловратки, бесполые. А дальше, если я пойду вперед, я увижу, что моя коловратка произвела одну дочку, одну внучку и так далее. И, соответственно, если я пойду назад, я увижу, что у ней была одна мама, одна бабушка. И у всех коловраток будут разные мамы, разные бабушки, и, соответственно, разные дочки. Вот такой вот пучок линий. И если бы жизнь была устроена таким образом, то я действительно мог бы все 10-15 коловраток, которые живут в моем лесу, мог бы рассматривать по отдельности и не объединять их в одну популяцию. Вот. Но на самом деле жизнь так никогда устроена не бывает, а бывает она устроена вот так вот. Почему? Ну, потому что коловратка может ей не повезти, и у нее не будет никакой дочки. Почему? К ней подплывет какая-нибудь нематода, откроет пасть, и ее съест, и не даст ей произвести на свет дочку. Зато, если коловратке повезет, она может целую толпу дочек произвести на свет. И, соответственно, это если мы идем по времени вперед. А если мы идем по времени назад, то мы можем увидеть, то мы часто увидим, что линии двух живущих коловраток, вот мы назад идем, и вдруг увидим, что они слились. Что это означает? Это означает, что эти две коловратки на самом деле сестры. У них была одна и та же мамаша. Ну или, может быть, они, значит, не сестры, у них там была одна и та же прабабушка. Процесс, значит, и если мы идем вперед по времени расщепления линий некоторых
которым повезло, а которым не повезло, значит, они сдохли. А если назад, то коалесценция, слияние линий. Вот. И в результате, если мы пойдем достаточно далеко назад, это удивительное контринтуитивное свойство, о котором надо долго-долго думать и просто к нему привыкнуть. Это вас живет в лесу, ну или в пруду, плавает там 10-15 степени коловраток. И оказывается, что если вы пойдете назад достаточно далеко, то вы увидите тот же самый пруд, будем считать, что там не было никаких ледников, и в пруду тоже плавает 10-15 коловраток, но из них одна коловратка удачливая, а остальные коловратки обреченные. В том смысле, что вот это мой пруд, там, не знаю, миллион лет назад, и в нем плавает много-много коловраток. Так вот, все коловратки, которые сегодня живут в этом пруду, являются потомками вот этой вот. А все остальные, они никакого дожившего до настоящего времени потомства не оставили. То есть, когда я смотрю на популяцию, вот как она сегодня живет, все, ну, пока мы говорим о бесполой популяции, все особи являются потомками одной единственной особи, если мы уйдем достаточно далеко назад. Ну, и то же самое, если мы пойдем вперед. Вот у меня ныне живущие коловратки, и если я пойду опять в этот лес или в этот пруд через миллион лет, то окажется, что все, что живет в этом пруду, является потомками вот одной этой вот удачливой коловратки. А все линии всех остальных рано или поздно пресеклись. Вот. Ну, давайте два слова скажем о том, почему это так. Почему это коловратке повезло, а всем остальным не повезло. Я употребляю слово «повезло», «не повезло». Тут уже частично содержится подсказка, но она не совсем точная. Вот почему это так? Почему одна коловратка покрашена в красный цвет, а все остальные покрашены в синий цвет? У нее полезные мутации, во-первых, да. Это должна быть такая хорошая ядреная коловратка, в которой полезных мутаций много, а вредных мутаций мало. Но обязательно ли это будет самая, так сказать, объективно хорошая коловратка? Что может такого плохого случиться с объективно самой хорошей коловраткой? Ее могут съесть, да. Это может со всяким случиться, в том числе и с коловраткой. Вот у нее самый хороший генотип, а к ней подплывет большая нематода, и не спрашивая, какой у нее генотип, откроет пасти и сожрет. Вот. И выражаясь по-ученому, это означает, что здесь есть случайный компонент и есть систематический компонент. Ну, как определить систематический компонент? Давайте на каждой коловратке напишем число, характеризующее ее внутреннее качество. Ну, опять-таки, представим себе, что мы все знаем и все умеем. Вот сделаем из каждой коловратки миллиард копий и посчитаем число, среднее число потомков на копию. И это будет называться качеством коловратки, таким вот внутренним ее качеством. А у этого внутреннего качества есть очень, так сказать, важное название. Как называется внутреннее качество, ну, коловратки, в смысле генотипа коловратки? Приспособленность, конечно. Значит, на каждой коловратке мы можем написать ее приспособленность, то есть ожидаемое количество потомков у скотины с таким-то генотипом. Это систематическая компонента. Но и коловратка, которая всех победит, конечно, у нее приспособленность будет хорошая. Но не самая хорошая, потому что есть еще элемент случайности. И случайность называют случайным дрейфом. Отличия приспособленности называются отбором, а случайность называется дрейфом. Вот мы с вами уже ввели, да почти все уже основные понятия, которые нам нужны для изучения
микроэволюции. Про мутации мы поговорили, про дрейф и отбор. И сейчас мы, значит, определим, что такое популяция. Вот. Значит, тем самым, здесь нарисовано вот что. Здесь нарисована вероятность. Представим себе, что отбора пока что нету. Что, в простейшем случае, все генотипы просто одинаковые. То есть на каждой коловратке написано одно и то же число, одна и та же приспособленность. А какая будет приспособленность написана на каждой коловратке, если она у всех одинакова? Один. Считая, что численность популяции постоянна. Потому что численность популяции постоянна. Вот. И тогда ожидаемое число потомков каждой коловратки там, в любом последующем поколении будет ровно одна штука. Но устроена эта одна штука так, что синяя эта линия показывает вероятность вымирания, с какой вероятностью после того, как пройдет некое количество поколений, линии моей коловратки вообще не будет. А красная показана, сколько там будет особей при условии, что она не вымерла. И произведение вероятности, что я жив на число особей, естественно, в каждый данный момент должно равняться единице. Просто потому, что мат ожидания определяется, мат ожидания от дрейфа не зависит. Но не важно сейчас. И тем самым, просто медитируя над этой картинкой, можно понять, зачем мне нужна популяция. Мне популяция нужна затем, над этой картинкой можно медитировать, или можно даже и над этой картинкой медитировать. Если я возьму любую из коловраток ныне живущих, одну, то, скорее всего, когда я подожду достаточно долго, то линия этой одной коловратки сдохнет. И поэтому, если я хочу рассматривать долгоживущий объект, то я должен включить в рассмотрение всех коловраток, должен включить в рассмотрение минимальное множество коловраток, таких, что потомство хоть кого-нибудь из этого множества будет представлено там через достаточно большое время. Также можно и здесь помедитировать. Если я смотрю любую из этих коловраток одну, то мне может, конечно, повезти, что я ткнул вот это вот случайно. Но, скорее всего, это не будет долгоживущий объект. Потому что она вымрет. И только если я рассматриваю всех коловраток, сидящих в этом озере, я могу быть уверенным, если, конечно, все это озеро не закопают, я могу быть уверенным, что я рассматриваю долгоживущий объект, в том смысле, что потомство хоть какой-то из этих коловраток будет присутствовать и через достаточно большое время. Вот, значит, мое определение. Бесполая популяция – это минимальное множество организмов, ныне живущих, которые представляют долгоживущий набор линий. В таком смысле, что, по крайней мере, одна из этих линий будет присутствовать в течение долгого времени. Вот. Здесь представлены два, как говорят, вида. Это филодина, по-моему, и даже разные роды. Да, филодина рузеола, а динета вага. Вот. И они же могут жить совместно, и они и те бесполые, но поэтому это разные популяции. Как вы думаете, почему? Потому что они сидят в разных экологических нишах. Вот эта вот ситуация, когда какие-то линии вымирают, а какие-то линии за счет вымерших размножаются, можно об этом думать, как БГР с нулевой суммой. А такая ситуация возникает, когда они сидят в одной экологической нише, то есть конкурируют за те же самые ресурсы. А если одна жрет бактерии, другая жрет зеленых водорослей, то, соответственно,
максимальное размножение там, одной линии, которую ест бактерии, не приведет к вытеснению тех, кто ест зеленые водоросли. И поэтому можно рассматривать по отдельности популяции тех, кто ест бактерии, и тех, кто ест зеленых водорослей. И эти популяции будут сосуществовать очень долго, и в конце концов станут совсем-совсем разными, и значит, мы их назовем там разными видами и разными родами. Вот, то есть в одну популяцию надо включать, опять-таки мы говорим о бесполых, в одну популяцию надо включать тех, кто сидит в одной экологической нише, то есть участвует, все они совместно участвуют в этой игре с нулевой суммой, потому что регулируется общая численность всех тех, кто сидит в одной экологической нише. Здесь могут быть, конечно, всякие хитрости в реальной жизни. Вот с нашей одинетой вагой мы ее собираем только со стволов осины, с куртин мха определенного вида на высоте 1,5 метра. А дальше оттуда вытряхивается, значит, ну, кусок мха кладется в банку с водой, все это дело трясется, оттуда вылезают эвгаретские лаврятки, и Оля на них смотрит в микроскоп и видит, что у них, ну, там есть какие-то лаврятки совсем неправильные, мы их, значит, выкидываем, а есть явно одинеты. Ну, даже Оля, не будучи зоологом, научилась отличать одинету грацилис. Она там такая маленькая и быстрая, мы ее даже выкидываем. А дальше сидят одинеты такие, уже вполне похожие на хороших одинет. Дальше приходит Лена Мнацаканова, которая главный эксперт по коловраткам, и смотрит им, как это, в зубы. Заглядывает им в глотку и считает у них глоточные зубы. И говорит, что вот это вот у них 7 глоточных зубов, это одинета ваги. А дальше Маша Логачева их секвенирует, и оказывается, что бывают одинета вага А и одинета вага Б, которые друг от друга очень сильно отличаются, хотя морфологически мы их отличить никак не можем. Две одинеты ваги А и две одинеты ваги Б отличаются друг от друга меньше, чем на процент. А от Б отличается больше, чем на 10%. То есть это явно две разных популяции. Называются виды-двойники. Они явно сидят в разных нишах и что-то разное там делают, но мы их не можем отличить никак, кроме как по генотипу. Вот. Значит, тем не менее, ну, в биологии к определениям нужно всегда относиться с осторожностью, так сказать, не придавать им слишком большого значения. Но проблема заключается в том, что из-за случайного вымирания и, наоборот, экспансии разных линий, какие-то линии, значит, вымрут, а какие-то линии размножатся. И поэтому, если я рассмотрю любую одну скотину, то с очень большой вероятностью через некоторое время потомков этой скотины не будет. И популяция – это минимальное множество скотин, такое, что потомство хоть одно из них уцелеет на больших временах. Значит, это определение бесполой популяции. Так, я очень много трачу времени на эти фундаментальные вещи, мы дальше будем двигаться гораздо быстрее, но вообще я прошу обеспечивать обратную связь. Это все занудно, вы уже так все поняли. И если вам скучно, вы подавайте там, пищите там как-нибудь или стучите, в общем, какие-нибудь знаки подавайте возмущения. Если непонятно и вообще хочется что-нибудь сказать, то надо задавать вопросы, это легко. А вот если наоборот скучно, ну, в общем, тоже выражайте свое недовольство как-нибудь, хорошо? А если у нас есть два разных вида, которые занимают одну нишу, можно ли посмотреть на популяцию? Это замечательный вопрос. Я это сейчас собирался рассказывать. Если есть два вида, занимающих одну нишу, в общем-то, дедушка Гауза объяснил, что эта ситуация нестабильная. Один из них другого вытеснит. Принцип Гауза заключается в том, что два вида не могут занимать одну нишу. Но это дело хитрое.
Давайте сейчас до этого доберемся. У меня простого ответа нет на этот вопрос. Так. Замечательно. Значит, это... Ну вот еще альтернативная формулировка, может быть полезная. Популяция, так сказать, это наибольшее множество ныне живущих индивидуумов, которые представляют собой линии, которые не защищены друг от друга. В том смысле, что экспансия одной из этих линий неизбежно рано или поздно приведет к вымиранию всех остальных линий. Это, так сказать, более-менее одно и то же. Вот. Теперь нам нужно вспомнить про то, что есть половое размножение, которое до некоторой степени ситуацию упрощает, но это такая, как мне кажется, обманчивая простота. Значит, популяцию половых организмов мы можем рассматривать с двух точек зрения. С точки зрения размножения, с точки зрения перемешивания и с той же самой точки зрения, которую мы использовали для бесполых. Значит, вот давайте про перемешивание подумаем. Вот у меня ныне живущие какие-то твари. Вот это, допустим, я. А вот это отдаленные потомки. И вот у меня есть там какой-нибудь пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-внук. Вот. И в этом пра-пра-правнуке, поскольку я не размножаюсь бесполым путем, будут гены не только мои, а еще черт знает кого. Но генов мухи дрозофилы в этом пра-пра-правнуке, скорее всего, не будет. И поэтому с точки зрения полового размножения, если рассматривать обмен генами, то можно определить популяцию, ну, собственно, как обычно и делают, но там какие-то говорят, ну, можно замкнутый генофонд. Что такое замкнутый генофонд? К популяции относятся все те организмы, гены которых я могу обнаружить в своем правнучке. А, значит, вот это вот разные люди. Там какой-нибудь негр преклонных годов, я там запросто могу гены этого негра в своем правнучке обнаружить, а гены мухи дрозофилы обнаружить не могу. Значит, как ясно, границы популяции четко нету, потому что вряд ли я обнаружу гены негр преклонных годов там в своем правнуке, ну, если рассматривать географически подразделенную популяцию. А если отойти на 20 поколений назад, на 20 поколений вперед, сказать, вероятно, все человечество будет вести себя как одна популяция. То есть граница популяции зависит от масштабов времени, на котором мы их рассматриваем. Нельзя сказать, что вот здесь вот происходят четкие границы. На разных масштабах времен, так сказать, чем более длинные времена мы рассматриваем, тем более инклюзивные популяции, значит, у нас получаются. Сказать. Это так устроена жизнь, ничего с этим не поделать. Здесь очень забавная генетическая, даже не знаю, курьез генетический, который люди часто плохо понимают. Вот у каждого человека есть два родителя, четыре бабушки и так далее. Сколько у человека предков, отстоящих назад на 20 поколений? Эту цифру всякий компьютерщик знает хорошо. 1 мегабайт предков. Сколько будет 1 мегабайт? Один миллион 48 576. Это очень полезная цифра, я ее когда-то выучил. Значит, а теперь вот представьте себе ваших предков, живших 20 поколений назад. 20 поколений назад это сколько? Это, считая поколение 25 лет, 4 поколения в столетие, значит, это 5 веков. Сейчас у нас какое тысячелетие на дворе, сейчас у нас 2000 год примерно, да? Значит, 1500, а в 1500 году, что тут происходило в 1500 году? Это Иван IV еще не было, Иван III примерно, да? Замечательно. Вот, значит, ну, во всей Руси Великой примерно 1 миллион человек и жил тогда, так что, конечно, куча этих предков совпадали между собой.
Ну, конечно, но еще будем считать, что все синхронно нажались. Вот. Вот. Сдвинутые, да. Нет, это-то ладно. Плохо то, что там inbreeding. То есть, ну, там, папа, мама, это по определению разные организмы. Там бабушки и дедушки тоже разные, если там не было там жуткого инбридинга. А 20 поколений назад, если у любого человека нарисовать родословную 20 поколений назад, мы увидим, что один и тот же там, один и тот же Ваня у вас будет и здесь. Это называется инбридинг. Но будем считать, что инбридинга не было. Там вот в 1500 году в России жил мегабайт человек, и вот все они были там вот вашими разными предками. А задача в общем состоит, из какой примерно доли из этого мегабайта предков вот у вас есть ДНК? Если вы думаете, что изо всех, это ошибка. Ответ примерно из 1000. А остальные старались понапрасну. Ну, подумайте о том, как устроен крессинговер, и крессинговер, количество предков, если идти назад, растет геометрически, а количество участков генома растет арифметически, потому что так крессинговер устроен. И примерно 1000 или там, может быть, 10 тысяч. То есть, 10 тысяч все-таки кусков, потому что 23 хромосомы. То есть, 99% из вашего мегабайта предков, живших по Иване III, никакого генетического вклада у вас не внесли. Это ужасно обидно, потому что, если предкам этим должно быть обидно, потому что будем считать, что там никто налево не гулял, что все было честно и благородно, православно и самодержавно, но поэтому вот проходит какое-то время, и просто тупо из-за крессинговера ваша ДНК в вашем потомке нет совсем. Ну, по-моему, это обидно. Вот. Так что я когда-то прикидывал, да, если 20 поколений назад, примерно 99% предков никакого, ну, это можно так себе представить, вот взять ваш диплоидный геном и раскрасить его в цвета, соответствующие предкам, жившим 20 поколений назад. И таких цветов примерно будет 100, по-моему. Нет, погодите, вру. 100 цветов будет в одной хромосоме, а хромосом 10 штук примерно, то есть цветов всего будет 10 тысяч. Да, будет 10 тысяч цветов, но предков-то там больше миллиона. Такая грустная история. Вот. Значит, поэтому можно рассматривать половую популяцию с точки зрения вот такой репродуктивной замкнутости, но можно также рассматривать половую популяцию в точности в таком же смысле, как мы говорили про бесполую популяцию, то есть в смысле экспансии и вымирания отдельных линий. Но только из-за полового размножения судьба разных кусочков генома, если вы хотите говорить ученые, это называется коалесцентная история, разных кусочков генома оказывается разная. Ну, вот у человека есть замечательный маркер, есть женский маркер митохондрия и мужской маркер Y-хромосома, не нужно объяснять, что это значит, да? Вот, и, соответственно, есть митохондриальная Ева, есть Y-хромосомный Адам, а еще есть, значит, маленькие кусочки аутосом, которые коалисцируют аутосомы и X-хромосомы, которые коалисцируют к разным общим предкам. И дальше для каждого такого кусочка картинка та же самая. Значит, соответственно, половая или, выражаясь по-ученому, амфимектичная популяция – это минимальный набор индивидуумов, значит, который для каждого локуса, для каждого кусочка генома представляет, значит, собой минимальный долгоживущий набор линий, так что, значит, соответственно, по крайней мере, одна из этих линий будет существовать в течение долгого времени. Вот, а теперь ваш вопрос. Вот
на Британских островах живет европейская белка красная, и туда завезли американскую белку, которая серая и злобная, и она красную белку вытесняет. Это разные виды, они между собой не скрещиваются. А можно говорить о том, что это одна популяция? Они сидят в одной экологической нише, и, видимо, через какое-то время этой красной белки на Британских островах не будет. Я не знаю. Как-то немножко дико разные виды отнести к одной популяции. Но в любом случае эта ситуация не может быть частой, потому что если разные твари сидят в одной нише, то во имя коалесценции, и, соответственно, во имя, через которое все, кто сидит в этой нише, окажутся потомками одной особи, это во имя относительно небольшое. И за счет, за такое во имя такие глубокие отличия видового уровня обычно накопиться не могут. Поэтому ситуация, когда очень разные твари, настолько разные, что мы их отнесем к разным видам, сидят в одной нише, это ситуация редкая. Но если такая беда вдруг случилась, например, из-за вселения вторичного, то я не вижу никаких объективных причин, почему нельзя сказать, что эти два вида представляют собой одну популяцию. Вот.